Дорогие друзья, давайте попробуем еще раз. Я вас приветствую. Пожалуйста, напишите, как меня слышно сейчас. Я читаю в чатах, что зависло немножко, да, там пропало совсем все, тормозит. Пожалуйста, напишите в чате, как сейчас меня слышно. Для того, чтобы я могла продолжать. Слышно. Отлично. Так, давайте приступим к рассмотрению темы «Уход за лицом». Уход за лицом, который требует особого внимания. Во-первых, да, я напоминаю, что мы обладаем ассортиментом около 1000 наименований. Уход за лицом – это та категория, в которой очень важно разбираться, потому что это серьезная категория, это категория высокобалловая, и это категория, которая делает наших клиентов лояльными. А почему? Во-первых, потому что женщины и мужчины хотят быть привлекательными долго. Потому что лицо – это то, что видят окружающие круглогодично, да, вне зависимости от того, что на нас надето, лицо всегда открыто. Но у нас огромный ассортимент, и как же подобрать то, что подходит именно данному человеку. Мы составили тренинг экспертной сессии «Уход за лицом», в котором мы рассмотрели основные проблемы кожи лица и их решения. Почему именно так? Потому что существуют определенные задачи перед каждым, да, нашим потребителем. Нельзя сказать, что кожа идеальна. Да? Действительно, это очень сложный механизм, который работает, и он делает очень много, да, так же, как и организм. Мы говорили об этом. Но так получается, что, к сожалению, каждый и каждая из нас ежедневно сталкивается с определенными проблемами. Давайте рассмотрим основные из них и как раз предложим то самое, что помогает нам решить. Во-первых, давайте так, я сначала проговорю особенности этого тренинга, да, здесь разделены блоки не по типам кожи, а по проблемам. То есть обозначено так, что это становится очень актуальным. Начинается тренинг с того, что в принципе, да, как раз мы разбираем, какие есть проблемы. То есть в самом начале встречи мы рекомендуем задать вопрос аудитории. Расскажите, с какими проблемами сталкиваетесь вы, да, в том числе вот как раз по уходу за кожей, какие у вас стоят задачи. И чаще всего вы услышите именно жирный тип кожи. Воспаление, акне, жирный блеск, покраснение и так далее. И как раз вот по частоте, по распространенности проблемы и построен этот тренинг. Поэтому первый, самый распространенный тип кожи – это жирный. Чем он характеризуется? Я уже назвала, это черные точки, это воспалительные элементы, это блеск чаще всего в Т-зоне, а может быть на всем лице, и определенные, сложности, да, не очень стойкий макияж, да, не очень эстетический вид этой кожи, поэтому хочется постоянно умыться, постоянно сделать кожу более чистой. Это все относится к минусу. Характерный жирный блеск, широкие поры, воспаление, высыпания какие-то. И эту кожу видно. Не требуется какое-то специальное оборудование, хотя на самом деле наш анализатор кожи, аппарат тестирования кожи являются замечательными инструментами. Но у этой кожи, да, есть определенные нюансы, да, не каждая обладательница там определенного типа кожи может это знать. И иногда, для того, чтобы быть более убедительным, лучше использовать наши инструменты, да, которые я назвала. Для жирной кожи также выделяют плюсы. Гораздо позже появляются первые признаки старения. Но в том случае, если это правильный уход. Инструкция по применению анализатора кожи,
и инструкция по аппаратам тестирования кожи у меня есть, и я с вами поделюсь непременно, потому что это в рамках данной темы очень органично вписывается. Собственно, какие мы выставляем акценты в ежедневном уходе за жирной кожей? Во-первых, правильное очищение. Ни в коем случае не мыло. Хотя после мыла многие ощущают ощущение, ну как раз, да, вот чистоту, лицо скрипит, и для кого-то это кажется каким-то естественным ощущением. На самом деле, естественное состояние кожи, когда она имеет защитную пленку, защитную мантию, гидролипидный слой. Это определенные вещества на поверхности кожи, которые должны присутствовать, защищая кожу в том числе. Как раз при правильном мягком очищении этот слой не разрушается. Убирается загрязнение кожного сала, загрязнение на лице, кожное сало, остатки макияжа и так далее. Не могу сказать, что ежедневный уход, но достаточно регулярно должен присутствовать в уходе скраб. Жирная кожа постоянно нуждается в отшелушивании. Она имеет еще и сероватый, такой землистый оттенок, который как раз говорит о том, что очень активно обновляются клетки, и им нужно помогать как раз отшелушиваться, в том числе, чтобы не было тех самых воспалений. Ну и для борьбы с воспалениями рекомендуется использовать специальные противовоспалительные средства, которые у нас имеются. Ну и первая серия, которую я хотела бы рассказать, это код чистоты. Я сделаю сегодня такую небольшую поправку, да, отступление. Мы сегодня не будем очень подробно рассматривать каждую серию, потому что я вышлю вам материалы и под слайдами очень подробные подстрочники. Что самое главное? Но пример я вам сейчас дам. Самое первое, что мы будем рекомендовать нашим клиенткам, это серия «Код чистоты». Эта серия предназначена специально для борьбы как раз с последствиями интенсивного выделения кожного сала и в том числе с уже появившимися воспалениями. Часто молодые люди, девушки в возрасте 13-14 лет уже испытывают потребность в использовании специальных средств. И в этом случае мы уже начинаем рекомендовать нашу серию «Код чистоты». Ее ключевые компоненты – салициловая кислота, которая нейтрализует как раз работу сальных желез, ну, является антибактериальным компонентом, и также салорегулирующий растительный комплекс. Это настолько сильная, но при этом мягкая серия, что она действительно является просто идеальным предложением для молодой кожи. В ее составе вы встретите гель для умывания, гель-скраб, тоник, лосьон от черных точек, дневной крем, средство точечного действия и маску. Все средства предназначены для ежедневного применения, ну, кроме маски и скраба, которые все-таки нужно употреблять чуть реже, да, раз где-то в 3 дня. При регулярном применении этой серии замечено, что блеск становится гораздо меньше, и кожа становится более здорового оттенка и появляется гораздо меньше воспалений. Если серия «Код чистоты» предназначена для проблемной кожи, то для жирной кожи, да, но которая уже все-таки меньше испытывает потребности как раз направленных на борьбу с воспалением. Вот для этих обладателей мы рекомендуем серию «Активный кислород» для жирной кожи и для комбинированной кожи. В том случае, если жирные участки Т-зоны считаются у нас с участками сухими, щеки, область вокруг губ, и они как раз нуждаются в более мягком очищении. На чем основана эта серия? Серия «Активный кислород» содержит в себе запатентованный компонент лингон 50 на 50, 50% листья шведской брусники и 50% ягоды шведской брусники. Это продукт, который богат антиоксидантами. Это продукт, который насыщает кожу кислородом, ее клетки
и делает цвет лица более здоровым, более ярким. А сериоактивный кислород очень мягко очищает кожу, подготавливает ее к нанесению крема. Здесь вы встретите дневной и ночной крем. Ну и самое главное, о чем опять же важно сказать нашим клиентам, текстура наших средств очень комфортна. То есть, если мы предлагаем для умывания средства, то это гель, гель-пенка, то что действительно дарит ощущение чистоты. Если это крем, дневной или ночной, он обладает очень легкой текстурой, быстро впитывается и не оставляет жирный блеск. А как раз то, что очень ценят обладатели жирной комбинированной кожи. Ну, вот для комбинированной кожи серия выглядит таким образом. И самое главное, да, мы не только предлагаем серии, которую я сказала, да, и серии активной кислороды, код частоты, мы не забываем о том, что единственные замечательные серии натуральные, это серия Aloe Arnica для чувствительной кожи, которая как раз идеально подойдет для тех, кто и страдает как раз проблемами воспалительных элементов, черных точек, и при этом сталкиваются с проблемой чувствительности. Серия чайное дерево и розмарин, которая как раз в составе своем имеет чайное дерево, известное своими антибактериальными свойствами. И серия черника и лаванда, которые не только успокаивают кожу, а также тонизируют, улучшают ее цвет и укрепляют. Что мы говорим обязательно для всех новичков и для всех клиентов? Во-первых, то, что у нас есть разные варианты очищения. Для жирной кожи это гель или гель-пенка. Но это в любом случае средство, которое пенится, которое наносится на кожу и смывается. Также после очищения непременно нужен дополнительный уход. Как раз жирная кожа очень часто нуждается в дополнительном отшелушивании, в дополнительном матировании, и это нам помогает сделать маски. Маски пленки и маски с глиной. Вариант ежедневного ухода может выглядеть следующим образом. Средство для умывания, маска, дневной уход, ночной уход, крем для кожи вокруг глаз, ну и тоник. Вот, например, как можно дополнить линейку код чистоты маской, да, для того, чтобы кожа была матированная. Для того, чтобы быть асом, экспертом в теме жирной кожи, для того, чтобы более подробно познакомить новичков, мы рекомендуем дробить этот тренинг на более короткие. Да, например, пригласить непосредственно на рассмотрение темы жирная кожа. Обозначить тему, да, как вы видите, например, рассмотреть только серии для проблемной кожи. Да, то есть принести код чистоты, активный кислород для жирной, для комбинированной кожи и наши серии вечера. Для того, чтобы очень-очень подробно рассмотреть, протестировать, попробовать текстуру, аромат, чтобы все новички были знакомы. Это важно. Для проведения как раз такого мероприятия потребуются материалы, да, там, где вы можете показать новичкам нашу продукцию, сама продукция. Если мы проводим мастер-класс для клиентов, непременно то место, когда мы можем записать заказы, это бланки заказов. Ну и, конечно же, да, те сопутствующие материалы, которые в итоге завершат мастер-класс. После ухода за лицом, после очищения, мы непременно должны девушку, которая у нас прошла мастер-класс, еще и накрасить. Совсем ее раздетую, да, только с кремом мы на улице не отпускаем. Но самое главное, я еще проговорю сегодня, мастер-класс – это продажи. Продажи в первую очередь. Следующая очень частая проблема – это уставшая или стрессированная кожа. А почему это частая проблема? Потому что, ну, действительно, мы сталкиваемся с тем, что нам не нравится оттенок лица, он землистый, серый или зеленоватый. А появляется отечность, особенно с утра. Кожа реагирует на изменения атмосферные, ну, и есть определенные
поры, да, засаленные, да, за немножко заблокированные, и грязная пигментация. Плюсов у такой кожи нет. Ну, это не относится к типу кожи, это относится к состоянию. Когда мы тестируем, да, когда мы определяем потребности, важно понимать, что у нас есть тип кожи, да, который нам дан, и есть состояние на сегодняшний день. А может быть такое, что жирная кожа после неправильного очищения может стать вот такой, стрессированной, закупоренной, ну, и в том числе, да, с какими-то покраснениями и шелушениями, просто потому что она слишком активно, интенсивно очищена. Впоследствии может быть обезвоженность, но обезвоженность также возникает и вследствие других причин. Это недостаток жидкости в организме, когда мы пьем недостаточно. Это слишком сухой воздух в помещении, и эту проблему, конечно, решают увлажнители воздуха или стакан горячей воды, где-то в районе отопительных приборов. Но самое главное, важно помнить, что обезвоженная кожа – это кожа, которая как раз не имеет этой гидролипидной пленки, защитного слоя. И эта кожа очень легко теряет эластичность, шелушится, и на ней гораздо быстрее появляются первые признаки старения. Мы поговорим сейчас, да, более подробно про как раз все вот эти вот нюансы, да, все свойства, да, характеристики стрессированной кожи. Но сразу отвечаю, да, на вопрос, что такое грязная пигментация. Это пигментация, да, которая как раз, ну, вот, очень-очень так вот разбросана на лице находится. Есть пигментация, мы тут как раз проблему тоже рассмотрим, локального характера, да, возрастная пигментация, вследствие солнечного излучения и так далее. В связи с тем, что покраснение, постоянные воспаления, в итоге это становится, ну, вот уже частью лица. Просто некрасиво. Ну, скажем, такой вот термин из косметологии. Уставшая кожа. В связи с чем возникает такая проблема? Как я уже сказала, неправильный уход за кожей, слишком агрессивный чаще всего. А витаминозное сбалансированное питание, недостаток в том числе воды, нерегулярный сон, маленькое количество часов, частые посещения солярия, злоупотребление загаром, солнцем, курение, стрессы, кондиционированный воздух. Как решить эти проблемы? Да? Ну, понятно, что, во-первых, нужно жить по философии wellness, употреблять здоровые продукты, следить за своим рационом, питаться по модели тарелки, употреблять витамины, а также правильно ухаживать за кожей, подбирать средства, которые подходят не только по типу, но и по сегодняшним потребностям. А ложиться спать пораньше. Замечено, что с 10 вечера до 12 ночи самое интенсивное обновление клеток. Очень активно вырабатывается гормон молодости. И лучше вы поспите вот эти 2 часа с 10 до 12, да, или там с 11 до часу ночи. Затем проснетесь, сделайте те самые важные дела, чем наоборот. Вот в самое активное время обновления клеток будете заниматься делами и как раз пропустите это волшебное время. Необходимо контролировать себя в том числе и по как раз использованию ультрафиолетовых лучей, защищаться на отдыхе. Лучше 2 дня побыть беленькой, опять же, да, защитить своих близких, чем потом вот как раз уже бороться с последствиями. Ну вот если в 20-22 часа вебинар, лучше час, да, посидите, но в 11 отбой. И тогда уже, ну, вы точно гарантированно обновитесь. Но в крайнем случае, если очень нужно, посетите вебинар, да, но в следующие дни ложитесь вовремя. А стрессы также являются причиной возникновения такой вот стрессированной кожи, да, такое понятие как раз однокоренное. И самое главное, позитивно относиться к жизни и, в принципе, помнить, что улыбка – это самое простое, самое бесплатное средство омоложения. Кондиционированный воздух.
Я уже сказала, как решать эту проблему, да, увлажнители какие-то воздуха и так далее. Но важно помнить, что для уставшей кожи первое, да, это все-таки правильный уход. Это такое решение, которое действительно важно надо принять и результаты заставят себя ждать. Самое главное, очищать кожу третированную нужно очень мягкими средствами. Кремообразными. Это молочко, да, или крем-пенка, да, который немного пенится, но очень питательные текстуры. Важно, чтобы тоник был без спиртовой, очень мягкий и как раз тоже формула специально для чувствительной кожи. Для уставшей стрессированной кожи мы рекомендуем серию активных кислород для чувствительной сухой кожи, которая восстанавливает как раз защитные функции, когда как раз увлажняет интенсивно и успокаивает кожу, и подготавливает ее к дальнейшему уходу. Вот как раз стрессированная кожа, уставшая, нуждается в дополнительном уходе. Это, конечно же, маски. Я прошу прощения за то, что на слайдах представлены у нас серии, которые ушли из нашего ассортимента. К сожалению, да, вот сегодня интернет мне не позволил загрузить более свежую презентацию. Но я вам расскажу, что нужно делать. Да, для того, чтобы наши презентации всегда были актуальны, откройте сейчас сайт Oriflame. Откройте сайт Oriflame и непосредственно сейчас я вам расскажу, как мы можем вставлять актуальную информацию, картинки и видеть то, что у нас сейчас в ассортименте. Я сама всегда пользуюсь этим вариантом, да, ну вот сегодня не получилось почему-то загрузить презентацию. Открыли сайт. Заходите в раздел «Уход за лицом», и вот здесь как раз вы видите то, что у нас сейчас есть в ассортименте, то, что сейчас продается, то, что присутствует в каталогах. И копировать картинки, копировать название и просто вставляете в презентацию. Все очень просто. Ассортимент у нас обновляется очень быстро. Часто как раз, чтобы презентация была актуальна, нужно буквально заменить несколько продуктов, да, и подписать их название. Поэтому как раз опирайтесь на вот эти данные. Интенсивный уход, уход, в том числе, да, другие продукты, которые присутствуют, которые можно включать в презентацию. Открыли сайт, все увидели. И что касается, допустим, каких-то вопросов, да, активный кислород, можно ли, если какие-то, близко расположены сосуды, это не варикоз, это называется. Здесь что можно сказать? Активный кислород, да, это, тот компонент, да, это вот наш запатентованный лингон, он как раз позволяет насытить кожу кислородом, да, может добавить, да, какого-то вот ощущения легкого там покалывания, но это все в пределах допустимого, если это ощущение проходит. А если кожа очень чувствительна, если она очень реагирует на косметические средства, то лучше использовать серию другую, да, как раз благодаря тому, что у нас есть большой ассортимент, и мы его рассмотрим, да, мы можем предложить что-то другое. То есть это может быть алоэ и арника, да, и так далее. Но самый лучший вариант для как раз купероза, именно так называется это явление близко расположенного сосуда, серия черника и лаванда, которая как раз обладает укрепляющим действием. Варианты, да, должны обязательно присутствовать, то есть нужно показывать, что необходимо использовать ежедневно в своем уходе. Очищение, тонизация, дневной ночной крем, дополнительный уход, уход за кожей вокруг глаз, средства для снятия косметики. Все то, что вы предложите клиенту, все то, что вы непосредственно, да, скажете, это для вас, это и будет куплено. Поэтому не забудьте как раз о таких нюансах, как
для тем макияжа и ухода за лицом. Эта тема очень актуальна при цирроватой коже, поэтому эту тему также можно и нужно проводить мастер-классы, обучающие тренинги отдельные и для новичков рассказывать эту тему. А также потребуются инструменты, также потребуется продукция, которую вы будете демонстрировать. Ну, то есть, вот, в принципе, да, та серия, которую я рекомендую для использования на мастер-классах, которая подходит абсолютно всем, ну, в первую очередь, это активный кислород для чувствительной кожи. Потому что она проверена, подходит многим, да, но лучше, конечно, иметь какой-то запасной вариант и всегда можете предложить. Следующая проблема, которая также часто встречается – пигментация кожи. Пигментация как раз встречается достаточно часто, и многие женщины, которые встречаются с такой проблемой, да, очень хотят с ней побороться. А мужчина как-то более равнодушно к ней относится, но в итоге тоже, да, когда есть у нас определенное решение, да, гораздо приятнее иметь ровный оттенок лица. Какие причины появления пигментации? Мы знаем. Это ультрафиолетовое излучение, это чрезмерное увлечение загаром, это гормональные изменения, часто во время беременности и с возрастом. Это стрессы, в том числе, которые могут спровоцировать пигментные пятна, и возрастные изменения организма. Собственно, что чаще всего происходит, да, каким образом этот механизм работает. Существуют такие клетки, меланоциты, которые как раз отвечают за окраску кожи, за ее оттенок. И они воздействуют на как раз окраску кожи как защита. То есть, если человек находится длительное время на солнце, то меланоцитов вырабатывается гораздо больше, кожа становится темнее, и тем самым она более защищена от солнца. Вы замечали, что как раз смуглые люди гораздо реже обгорают, да, практически такого не бывает. А в случае светлой кожи практически сразу краснеют, обгорают и так далее. Это естественный процесс. Ну и, конечно, если человек очень активно увлекается загаром, если не защищается, приехав на юг, особенно в холодное время года, когда совершенно организм не подготовлен к солнцу, в этом случае кожа может просто получить ожог. Да? Но это сигнал о том, что нужно уходить. А поберегите свою кожу, потому что она действительно впоследствии может очень быстро постареть, и могут появиться пигментные пятна, которые совсем ее не украсят. Разделяют несколько видов пигментации. Веснушки, по-научному эфелиды, переводится как солнечные нашлепки. Это мелкие бурые пятна, располагающиеся преимущественно на лице, на открытых участках тела, в этой верхней части тела. И они становятся более активными в период активного солнца весной. Ну а ближе уже к осени, к зиме проходят, становятся практически незаметными. Обладатели веснушек очень редко считают это как достоинство, как какая-то изюминка. Хотя на самом деле это всегда очень привлекательно. Это как раз говорит о том, что ну, вот, а есть и такие люди. Но если такую кожу, на которой есть веснушки, не защищать, то впоследствии они могут увеличиться в размерах, да, и как раз к определенному возрасту могут быть более большого, более такого, ну, значительного размера и не совсем симпатично. А когда мы говорим про загар, да, про искусственный, мы всегда тоже напоминаем о том, что это в любом случае излучение альфа и бета, и нужна сильнейшая защита. Ну, то есть, в любом случае, специальный крем, предназначенный именно для солярия, он имеет определенные фильтры. И если человек обладает еще и пигментацией, да, еще и увлекается загаром, то в этом случае очень серьезное внимание нужно уделить этой защите. А также
Среди видов пигментации, мы рассмотрим сейчас дальше, выделяется хлазма или пигментация беременности. Появляются достаточно темные пятна во время беременности. У кого-то проходят, у кого-то остаются, да, становятся менее заметными. Ну и это нужно переждать, это гормональный процесс. Но если они уже есть, появились, есть специальные средства, которые позволяют их сделать менее заметными. Также выделяют гормональные, да, такие явления, как старческое винтиго, старческие пятна, которые возникают у пожилых людей на открытых участках тела, которые часто были подвержены солнечному излучению. Лицо, плечи, кисти рук, открытая часть рук. И чаще всего это как раз очень крупные пятна, которые могут достигать 2 см в диаметре. То есть они очень заметны, и, конечно, их хочется тоже сделать более все-таки светлыми, чтобы пена кожи был ровным. Ну и также к видам пигментации относятся родимые пятна и родинки, с такими меланоцитов на коже, которые также сигнализируют о том, что нужно быть повнимательнее, в том числе и к солнцу. Какие серии предлагает Oriflame для решения проблем с пигментацией? В первую очередь, это серия защиты осветления. Подходит эта серия для всех возрастов, для всех, кто стремится уменьшить выраженность появления пигментных пятен. Ну и плюс, так как это серия оптимальное очищение, в составе мы видим технологию Ливион 50 на 50. Ну и комплекс рамок, запатентованный на основе экстракта щавеля, который не просто осветляет имеющиеся пигментные пятна, но и препятствует возникновению новых. Также в дневном креме непременно присутствует SPF-фактор, в дневном это 20 показатель, который защищает кожу от фотостарения. Да, я проговорю, непременно нужно быть внимательным к солнцу. Если есть веснушки, если есть родимые пятна, если есть какая-то уже имеющаяся пигментация, нужно быть очень внимательным, потому что ну, проблема кожи сейчас очень актуальна. В свое время, да, вот какая-то просто пошло течение, пошла мода на солярий, на загар, на загорелое тело. Ну, на самом деле, мы видим уже сейчас последствия, достаточно молодые девушки имеют сухую, обезвоженную кожу, ну и некрасивые пятна. Ну, а впоследствии, да, как раз в более старшем возрасте, пигментные пятна будут говорить о том, что вы часто проводили время на солнце и не защищались. А также, кроме серии защиты осветления линейки «Оптимальный активный кислород», мы можем предложить нашу замечательную космецевтическую линейку «Биоклиник». Это дневной крем-концентрат, выравнивающий тон кожи, с высочайшим SPF-фактором 45 и ночной крем, выравнивающий также тон кожи. Наносится это средство на все лицо, и на те места, где как раз имеются пигментные пятна, наносится еще там интенсивнее второй слой, например. Ну и если мы говорим про защиту, да, непременно нужно напоминать о том, что у нас есть солнцезащитная серия, Sunzone, которая блокирует ультрафиолетовые лучи и препятствует возникновению неприятных таких последствий. Да, если мы говорим про возрастную кожу, Наталья, действительно, мы рекомендуем серию Диамат, которая высветляет кожу благодаря своему составу и благодаря присутствию в нем отбеливающих компонентов, да, светоотражающих. Мы еще будем говорить про антивозрастную серию чуть попозже. Ну и в том случае, если мы рекомендуем средства, высветляющие пигментные пятна, мы, конечно же, не забываем рекомендовать также очищение. Например, активный кислород для чувствительной сухой кожи. Ну и также, если это уже белая кожа, да, после 55, то рекомендую непременно уже возрастные средства для очищения и тонизации. Также для рассмотрения этой темы нужно проводить отдельные мастер-классы с презентацией продуктов, тестированием их, опять же, более глубоким рассмотрением, фотографиями до и после и так далее.
и как раз вот более тщательной проработкой. А следующая тема, которая тоже очень много всегда вызывает споров и вопросов, уход за кожей век. Эта кожа невероятно тонкая и постоянно находится в движении. В день мы производим более 100 тысяч морганий. Только движений у нас, ну, вот, практически, да, очень мало органов производит, органов снаружи. Да? А эта кожа невероятно тонкая и нежная. Она всего полмиллиметра толщиной. И здесь очень мало кожной жировой клетчатки. Здесь практически нет выделения кожного сала. Обратите внимание, как раз эта область не так нуждается в интенсивном очищении, как, например, Т-зона. И в этой области очень мало мускулов, поддерживающих ее упругость. То есть вот как раз область вокруг глаз, это нежная кожа, первая, самая первая, как раз сталкивается с проблемами. Какие самые распространенные ошибки в уходе за кожей вокруг глаз? Первое – это неправильное очищение. Это, опять же, растягивание кожи, когда вы неправильными движениями снимаете макияж. Это использование средств, не предназначенных для ухода за кожей вокруг глаз. Ну и часто, например, у молодых девушек, которые бывают, когда они засыпают, косметикой на глаза. Это также влияет в том числе на состояние кожи впоследствии. Уход за кожей вокруг век отличается от ухода за кожей лица, потому что это более легкая формула, это более легкая текстура. И, конечно же, это средство совсем, его нужно совсем немного, да, в отличие от средства для кожи лица. Существуют у нас средства для всех типов кожи, средства для кожи вокруг глаз, антивозрастные действия от 30 и более. И здесь всегда очень удобно, вот как раз про вот эти кремы говорить, здесь есть удобные дозаторы, да, которые позволяют как раз очень мало средства выделить. Его необходимо размером со спичечную головку, для того, чтобы нанести на оба глаза похлопывающими движениями, в том числе и на подвижное веко, не доходя до линии роста ресниц, буквально 2-3 мм. Темы какие, да, можно тоже здесь показывать, как снимается макияж, да, показывать все наши средства по уходу за кожей вокруг глаз, ну и непосредственно как раз проговорить еще раз все нюансы. Да, мицеллярная чащая лосинка, хоть и очень мягкой формулой, мы не рекомендуем снимать макияж глаз, потому что все-таки это средство не предназначено для такой области и может вызывать раздражение. Ну, замечены такие случаи, поэтому лучше не делать этого. Непосредственно давайте перейдем к самой сложной, самой объемной теме. Это антивозрастной уход. Антивозрастной уход, он включает в себя важные правила. Начиная с 25 лет, кожа претерпевает первые изменения. Кожа выделяет меньше кожного сала, да, как раз гораздо меньше влаги. Мы замечаем последствия фотостарения, это пигментация, это сухость, это линия обезвоженности. Ну и первый признак старения – это морщины и, конечно же, разница в тонусе, в тургоре кожи. Давайте рассмотрим структуру кожи. Да, мы видим эпидермис, дерму и подкожно-жировую ткань. Разница заметна. В 25 лет слой кожи, самый верхний, роговой, очень тоненький. Кожа имеет здоровый розоватый оттенок. 55 лет – это более толстый слой, который обладает сероватым, да, зеленоватым оттенком. Кожа гораздо медленнее обновляется, и ей нужно помогать. Поэтому мы как раз в возрастном уходе делаем акцент на интенсивное очищение с помощью скрабов. Эпидермис, да, выглядит таким образом, смотрим глубже, в дерме.
В дерме содержится запас влаги, гиалуроновой кислоты, который также возрастом снижается. А как вы это чувствуете? Во-первых, тянет кожу, да, а во-вторых, ну, действительно появляется сначала линия безвлажности, затем морщины, которые как раз свидетельствуют о том, что влаги не хватает. И поэтому в антивозрастные средства во многие включена гиалуроновая кислота, которая питает кожу влагой. Ну и важно, конечно, помнить, что непременно нужны именно увлажняющие средства. Да, как раз подсушивающие лучше уже оставить куда-то, если вы хотите быть молодой и привлекательной. Подкожная жировая ткань, это мы идем еще глубже, то, что как раз отвечает, да, за овал лица, за, скажем, формы, да, претерпевает тоже изменения. Клетки деформируются, да, и, ну, в том числе, ну, как раз коллаген и эластан, такие наши природные пружины, тоже уже не можем похвастаться в возрасте, да, потому что они становятся менее сильными, да, слабыми, и нужна дополнительная подпитка. Увеличить количество, расширить, это просто физически невозможно. Возраст. Есть возраст, но выбор всегда за нами. Либо мы соглашаемся на такие изменения, либо мы как раз используем те средства, которые продлевают красоту. Ну, то, что здесь написано, я как раз проговорила. Да, кожа становится сухой, эпидермис непрочным, ослабевает связь между дермой и эпидермисом. И как раз это приводит к увеличению поверхности кожи, поверхности, да, но более глубокие слои страдают. В процессе старения кожа теряет упругость и эластичность. И, конечно же, это всегда нуждается в особенном уходе. Понятие антивозрастной уход, анти-эйдж, появилось относительно недавно, в 80-е годы. Долгое время, вне зависимости от возраста, предлагалась одна и та же косметика. Многие ученые, да, просто огромное количество умов работает в разработке, в области разработки средств и может этим похвастаться. Давайте рассмотрим определенные, ну, такие правила, да, на самом деле все могут быть отступлением. Зрелой кожи считается с 35-40 лет, то есть в возрасте 30-25 лет кожа еще молодая. И если сравнить состояние кожи 25-30 и 35-40, то это значительные изменения. Да, все-таки в 30 еще считается, это первые признаки старения, да, а в 35 это уже действительно достаточно серьезные последствия. И если вас предлагают, я вижу вашу переписку в чате, да, если вам предлагают замечательные серии для возраста 35 лет, но девушке 30, то мы, конечно же, смотрим на состояние, но чаще всего эти средства не подходят по причине того, что они более интенсивно работают и могут привести, ну, не только к ухудшению состояния кожи, но и к различным аллергическим реакциям. Это то же самое, как передозировка витамина. Вроде бы ничего хорошего, да, вроде бы ничего плохого, да, много витаминов, но с другой стороны, чрезмерный, да, вот как раз слишком концентрированный уход может также нанести вред. Ни к чему раньше времени питать кожу очень такими сильными, но и эффективными компонентами. В возрасте, в более старшем, усиливается чувствительность кожи. Гораздо быстрее воспринимается, и даже часто женщины в старшем возрасте рассказывают о каких-то ощущениях от применения средства, о которых, например, более молодые девушки даже не скажут и не замечают. Замедляется процесс обновления клеток, да, и следствием является сероватый, да, землистый оттенок кожи. Утолщается роговой слой,
И это можно также видеть в качестве как раз неровности на коже. Увеличивается глубина морщин, снижается тонус кожи, да, и это мы говорим про 35-40 лет. 30 лет мы часто таких проблем не встретим. Ну и уменьшается количество синтез коллагена и эластина, и это сказывается на овале лица и на внешнем виде. Овал лица оплывает, появляются затем пигментные пятна на открытых участках тела, ну и такая кожа уже нуждается в очень интенсивном уходе. В том случае, если мы подобрали максимально щадящий уход, мягкие очищающие средства, желательно молочко, гель-пенка, тоники, непременно без содержания спирта, ну и обязательно антивозрастные средства, в этом случае мы получаем просто невероятный эффект. Многие считают, что антивозрастные средства – это просто деньги на ветер. Это не то, что поможет. На самом деле, космическая промышленность зашла так далеко, предлагают просто такие невероятные предложения. Специальные транспортные вещества проникают глубоко, да, вот как раз в глубинные слои кожи, и как раз туда доносят гиалуроновую кислоту, какие-то стимуляторы коллагена и эластана, и воздействуют на кожу как тренажер. Поэтому, используя специально подобранные средства, можно действительно получить ухоженную кожу. Ну, а теперь давайте рассмотрим нюансы. Вот эта тема всегда очень требует такого концентрированного внимания, потому что здесь важно не запутаться. Для возраста 30+, в нашем ассортименте есть одна серия. Это серия «Энергия молодости». Серия предназначена как раз для борьбы против первых химических морщин. Здесь компонент Лингон 50/50, наш запатентованный, это антиоксиданты, это напитка кожи кислорода, улучшение цвета лица, это SPF, защита с фактором 10, защищающий кожу от старения, и это антивозрастные компоненты, которые также уменьшают перионические морщины и препятствуют возникновению новых. Формула невероятно нежная, это просто невероятно приятная текстура, ну и посмертные отдушки в этой серии просто достойны отдельного уважения. В более старшем возрасте, 35+, прошу прощения за отпечатку, мы предлагаем несколько серий, да, и первая из них это королевский бархат. Да, сейчас мы уже рекомендуем ее с 40-летнего возраста, так как у нас взрослеют наши модели, наши официальные лица линейки «Королевский бархат», мы и также предлагаем для более старшего возраста. В составе серии ключевые компоненты – это экстракт черного ириса, который укрепляет структуру кожи, который обновляет и защищает ее, богато антиоксидантами. Ну и это минералы, которые также обладают укрепляющим свойством и способствуют выработке коллагена и эластана, повышают упругость, эластичность, выравнивают кожу лица. В составе вы встретите как средства для очищения, так и средства для ежедневного ухода и дополнительные средства, о которых мы еще тоже поговорим. В нашей косметической линейке, в нашем биоклинике, вы найдете также замечательные средства, которые за очень короткий срок приводит кожу просто в сногсшибательное состояние. Это дневной и ночной липсинг концентрат. С 40 лет можно все это спокойно рекомендовать. Но в том случае, если кожа нуждается в быстрой поддержке, да, перед каким-то особым случаем, мы также с 35-летнего возраста можем эту серию порекомендовать. Также в линейке Bioclinic есть средство, которое может очень пригодиться тоже женщинам после 35 лет. Это дневной маскирующий крем против покраснений. Не просто борется с проблемой купероза, низкорасположенных сосудов, но еще и маскирует, обладая таким желтоватым оттенком, который уже перед нанесением макияжа будет, собственно,
маскировать, подготавливать дальнейшие маскировки. Антивозрастной уход также включает в себя серию коллаген, нашу обновленную серию коллаген с половыми клетками, диамант и наши линейки в оптимальном очищении. Давайте их рассмотрим. Уже говорили про линии диамант. Это действительно сногсшибательный уход, это просто королевское предложение для кожи. Это серия класса люкс. Здесь в комплексе Diamond Elixir выравнивает кожу, придает ей сияние благодаря содержанию алмазной пудры. А комплекс Eternal Beauty на основе белого трюфеля способствует активации собственно защитных механизмов, способствует тому, что вырабатывается собственный коллаген и эластан, и также выравнивается поверхность кожи. Благодаря тому, что здесь еще присутствуют светоотражающие частицы, это еще и визуально более ровный тон кожи. Здесь мы видим средства очищения, да, это у нас мицеллярный лосьон, он же замечательный. Это дневной и ночной крем, это крем для кожи вокруг глаз, это сыворотка, ну и это, конечно же, просто королевский уход для женщин, начиная с возраста 40+. А серия для женщин 45+, это, во-первых, серия власть над временем, компонентами гелистина в сои, с маслом ши, с экстрактом солодки, которые стимулируют выработку коллагена и эластина, интенсивно питают, восстанавливают и смягчают кожу. И эта серия предназначена абсолютно для всех, но в первую очередь для обладательниц сухой кожи. И золотистые микрочастицы в сыворотке, да, в капсулах еще и также омолаживает кожу, потому что желтоватый, да, золотистый оттенок тоже очень благотворно влияет на визуальную коррекцию лица. Раньше, в давние времена, при изготовлении зеркал добавляли золотую краску для того, чтобы тот человек, который отражался, выглядел гораздо моложе. Ну и серия старше 40+, 45+, да, то есть это может быть 50+, в том случае, если есть уже гормональные изменения, мы предлагаем серию «Власть над временем Intense». То есть, еще раз, да, проговорю, мы предлагаем средства по возрасту, но и в том числе по потребностям организма, индивидуально. То есть, в возрасте 45+, мы уже замечаем заметные изменения в области овала лица, более глубокие морщины, появление пигментации, да, ну а в процессе гормональных изменений это уже считается, ну, скажем, кожа, которая нуждается в очень интенсивном уходе, поэтому серия называется Intense, мы предлагаем власть над временем с очень похожей формулой, но усиленной астаксантином. Ну и по возрастной коже, конечно, можно также проводить мастер-классы с еще раз проговорением, какая серия для какого возраста. Самое главное правило при применении антивозрастных средств, так же как и при применении других средств, мы еще будем говорить на экспертах сессиях по уходу за телом и волосами об этом, необходимо чередовать средства. Есть технология молодости, да, Optimus 30+, есть биоклинит. Есть проблема первых признаков старения и есть проблема жирной кожи. Решить эту проблему одновременно попробовать можно, да, применяя средства для очищения жирной комбинированной кожи, а, например, дневной уход иметь антивозрастного действия. Но мы, косметологи, мы представители компании, рекомендуем чередовать средства. Месяц использовать серию направленного действия на борьбу с признаками старения, месяц направить все свои усилия на борьбу как раз с проявлением жирной кожи. Если мы постоянно и месяца в месяц, из года в год будем использовать средства для жирной кожи,
непременно все равно в итоге произойдет переслушивание. И это не есть хорошо. Ну и, конечно же, важно помнить, что мы всегда опираемся не только на паспортный возраст, да, мы не спрашиваем паспорт, а мы чаще всего смотрим на состояние кожи. Еще раз проговорю, все презентации, которые я вам даю, все материалы есть в свободном доступе, они будут высланы на почту, да, и в чат в скайпе, я его сегодня дополню всеми адресами. Эти презентации не просто используются, да, но также могут редактироваться, могут делиться на части, там можно менять картинки, можно добавлять, да, какие-то наборы, предложения, ну и проговаривать такие вещи, как уход по временам года, да, уход по возрастам и уход по потребностям. По поводу применения средств дополнительного ухода, да, давайте проговорим определенные правила. Существует у нас основной уход, очищение, тонизация, дневной, ночной уход и крем для кожи вокруг глаз. Все, что является дополнительным, это скрабы, маски, сыворотки, капсулы. И эти продукты используются под крем. Мы рекомендуем использовать дополнительный уход из той же серии, что и основной уход, потому что активные компоненты усиливаются, дополняют друг друга и дают более быстрый эффект, да, и более яркий. Ну и если вы хотите действительно получить эффект молодой, отдохнувшей кожи, мы рекомендуем наносить сначала сыворотку, дали сначала капсулы, а затем крем. Можно не подряд, не сразу же, там подождать, чтобы это средство впиталось, потому что средства дополнительного ухода часто имеют очень легкую текстуру, да, ну, не считая капсул. Капсулы предназначены только для лица, но и для шеи и области декольте. Ну и, конечно же, крем, он как раз позволяет достичь эффекта, да, дополнить действие этого дополнительного средства своими компонентами. Ну, если есть вопросы по уходу за лицом, если есть еще какие-то дополнения, да, ну, я вам в любом случае на почту, да, после этого тренинга вышлю современную, актуальную презентацию, да, как раз где все серии из каталога с сайта. Не знаю, по какой причине презентация не загрузилась. И в конце презентации как раз проговорены вот эти основные правила. И еще одно правило прописано. Это сезонный уход. Да, чем он отличается? Почему мы в холодное время года рекомендуем переходить на более плотные текстуры, на более питательные средства для очищения? Потому что кожа нуждается в более щадящем уходе. Осенью, зимой кожа испытывает больше стресса. Это, конечно же, разница в температуре в помещении и на улице. Это какие-то атмосферные явления, дождь, снег, мороз, ветер. Это, естественно, ну, какие-то нюансы, да, после как раз лета кожа нуждается в дополнительном уходе, и часто как раз молочко многие недооценивают как средство для очищения. Оно часто подходит и для жирной кожи, позволяет не защелочить ее, да, потому что слишком пересушенная кожа, она просто не имеет возможности защиты. Ну и, конечно же, дополнительный уход в холодное время года должен непременно включать в себя комплексы процедур. Да, то есть это интенсивное дополнительное питание, это интенсивное отшелушивание, да, обновление. И я хочу, конечно же, еще раз прорекламировать, да, проговорить. У нас замечательная новинка второго каталога – сыворотка серии коллаген с полными клетками, которая не просто улучшает цвет лица, не просто повышает упругость кожи, но еще и обновляет. Эта сыворотка в своем составе имеет отшелушивающий компонент, который как раз обновляет кожу гораздо быстрее.
щадящий аналог химического пилинга в домашних условиях за такие очень привлекательные суммы денег. Ну и если мы говорим про лето, да, про теплое время года, то в этом случае мы рекомендуем переходить на более легкие текстуры, да, то есть, например, если это было молочко, то переходить на гель-пенку, если это была гель-пенка, переходить на гель, потому что требуется более интенсивное очищение, кожный сал вырабатывается в большем объеме, и больше дополнительных процедур должно быть предназначено, опять же, на борьбу с обезвоживанием, уходом за кожей, которую мы не хотим, чтобы постарела раньше времени. Ну и непременно летом мы не забываем о солнцезащитном факторе, о том, что как раз позволяет нам продлить молодость как можно дольше. Так, про сыворотку, да, еще раз проговорю. Сыворотку мы рекомендуем носить все-таки под крем. Да, если мы говорим про дополнительные уход, то это дополнительный уход, он не отменяет обязательно. Ну и хочу, конечно, сделать заявление, да, все, что мы предлагаем, все это, конечно, дает эффект, но помните о том, что неспроста, да, мы предлагаем дополнительный уход, и также не забываем в основном, это и наши продажи. Да, и иногда часто мы сами своими, скажем, сомнениями, своим, ну, личным мнением мы можем помешать продажам. Да, то есть сказать, что вы взяли сыворотку, крем не нужен. Да, но на самом деле помните о том, что все ваши рекомендации это, ну, конечно же, это лояльность клиента, это его удовлетворенность, он придет нам снова и снова. Но и в том числе это наши доходы. Поэтому то, что мы говорим, то, что мы рекомендуем, часто нас люди слышат и, конечно же, покупают не то, что мы рекомендуем. Так, еще раз проговорю, да. Про уход по времени года, да. Летний уход предполагает более легкие текстуры для очищения, для ухода. Да, то есть, если это умывание, то это гель-пенка. Гель, да, если мы были на молочке, мы переходим на гель-пенку. Если мы были на гель-пенке, переходим на гель. И более легкие текстуры для ухода. То есть, это какие-то флюиды, лосьоны, не такие густые кремы. А зимой, наоборот, переходим на молочко, на гель-пенку. И более плотные текстуры защитные. Про область декольте, про уход за телом мы еще будем говорить на сессии по уходу за телом. Но антивозрастные кремы, они оказывают очень благотворное влияние, в том числе и на чувствительную кожу шеи и области декольте. Многие недооценивают важность, да, использования таких средств, но шея, на самом деле, очень часто выдает возраст, и это грустно. Поэтому не забывайте о том, что эти области тоже нуждаются в уходе. Итак, давайте прервемся на небольшой перерыв, буквально 10 минут, и я расскажу о том, какие средства декоративной косметики есть у нас в ассортименте, в чем особенность макияжа дневного, вечернего, возрастного, макияжа для жирной кожи, и продемонстрирую вам на модели, как проводится мастер-класс, в том числе по уходу за кожей и по декоративной косметике. Сейчас на моих часах 11.11, в 11.21 мы с вами встречаемся. Ну а пока, если вам нужно сварить себе коктейль Nature Balance, напиток Wellness, какая-то формула, немножко отдохнем и через 10 минут встречаемся.
Дорогие эксперты, давайте продолжим. У нас с вами тема декоративной косметики на повестке дня. И давайте рассмотрим определенные правила нанесения макияжа и о том, какие средства есть у нас в ассортименте. Давайте начнем с темы дневной макияж. То, что нам нужно каждый день, это те средства, которые необходимы абсолютно всем женщинам. И ваша задача рассказывать вашим новичкам и вашим клиентам об этом на всех мероприятиях. Во-первых, это тональная основа. Это пудра, во-вторых, тушь, корректор формы бровей или карандаш, румяна, блеск или помада. Это то, что как раз придаст свежести. Наше портфолио средств, видите, оно насчитывает около 10 тональных каких-то, да, основ, и постоянно этот ассортимент пополняется. Каждая из них имеет свое преимущество, да, и каждый бренд предназначен для создания определенного образа. И об этом нужно говорить на наших обучающих мероприятиях. Giordani Gold – это люкс, это бренд для шикарной, для дорогой женщины, для создания невероятного, да, интересного образа. Oriflame Beauty – это бренд для динамичной современной женщины, которая ценит инновации, которая ценит самое современное, что есть. И бренд Very Me, бренд для тех, кто стремится подчеркнуть свою естественную красоту, для тех, кто не боится меняться, постоянно пробует все новое. И чаще всего это молодые девушки. Но и женщины в возрасте также встречаются со своими, когда, экспериментальными такими желаниями. А второй шаг для нанесения макияжа, для создания его, это пудра. Это матирование, которое как раз позволяет придать лицу матовость и подготовить к нанесению дальнейших средств. Тени, подводка, тушь и коррекция бровей. Туши. Да, вы видите, как много их у нас. И я, как уже вам обещала, я вышлю вам эту презентацию очень подробно. Самое основное прописано про каждую из них, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на подстрочники, ну и сделайте основное заявление. Да? То есть, если мы говорим про определенную тушь, да, про 5 в 1, мы говорим про основные ее 5 преимуществ. Да? То есть, подкручивает, удлиняет, разделяет, дает объем и ухаживает за ресницами. Ну и так далее, да, то есть, например, там двойной агент, две туши в одном, одна щеточка удлиняет, другая придает объем. Также, да, я проговорила, у нас дневной макияж непременно включает в себя коррекцию бровей, румяна и, конечно же, макияж губ. Сейчас вы видите на этом слайде вариант дневного макияжа, да, девушка до и девушка после. Обратите внимание, что нет слишком ярких красок, да, нет каких-то интенсивных цветов и нет каких-то броских, да, деталей. Все очень естественно. Задача естественного макияжа – скрыть недостатки, да, какие-то воспаления, матировать кожу, если это требуется, да, потому что жирный блеск тоже делает кожу не очень привлекательной, подчеркнуть естественную красоту глаз, губ, придать румянец, ну и подчеркнуть естественную красоту, еще раз повторюсь. Сейчас я вам продемонстрирую, как проходит мастер-класс. Сначала по уходу за лицом и затем по декоративной косметике. Поэтому секунду, да, и мы с вами приступим. Приступим. Я рада представить мою модель Нину.
Как начинается мастер-класс? Во-первых, вы должны быть подготовлены. Должны быть все необходимые инструменты, а это чаша с водой, да, и чаша для... использованных ватных дисков, ватных палочек. Это, конечно же, средства косметические. Это наша линия все-таки оптимальное очищение, да, активный кислород для сухой чувствительной кожи, тоник и молочко. Это дневной крем, основа под макияж, крем для кожи вокруг глаз. Ну и непосредственно то, что нам позволит защитить одежду модели и прическу, волосы при демонстрации того, как правильно ухаживать за собой и того, что непосредственно подходит. А также для проведения мастер-класса я рекомендую использовать еще и анализатор кожи. Секундочку. Вот это поднимем, да? Чтобы челочка была у нас убрана. Если вам модель хочет помочь, не отказывайтесь. Ну и я напоминаю, что основная задача на мастер-классе — это доставление удовольствия модели и это подбор средств, которые подходят. Почему мы рекомендуем использовать серию для чувствительной кожи? Потому что она подходит абсолютно всем, и потому что после правильного очищения мы уже видим, можем протестировать состояние. Итак, с чего мы начинаем? Молочко. Почему используем мы именно молочко, а не гель или гель-пенку? Ну, во-первых, потому что часто эти средства нужно как раз смывать, да, и это не очень удобно при проведении мастер-класса. А молочко же мы смываем водой. А руки предварительно помыты, да, желательно, или нужно прям протереть их влажной салфеткой перед теми, кто присутствует на мастер-классе. Или нанести антибактериальный гель. Выдавливаем немного молочка на тыльную сторону ладони, да, чтобы оно немножко все-таки согрелось. Голову модели мы располагаем себя в районе солнечного сплетения. И длинными, да, такими продолжительными, продолговатыми движениями мы наносим молочко. То есть движения не должны быть короткими. Ну и модель должна все-таки расслабиться в ваших руках, а не чувствовать ваше волнение, ваше сомнение и так далее. Вы видите, да, движения все по массажным линиям. Мы наносим молочко на лоб, щеки, нос. Слегка помассировали и это средство смываем водой. Для этого можно использовать ватный диск или нашу губку замечательную. Так. Также мы длинными, да, такими движениями, очень мягкими, смываем молочко, снимаем. И у нас есть дополнительная чаша, да, которую мы как раз использованный диск сразу же бросаем, чтобы все было красиво, чтобы вся продукция стояла перед нами и как раз можно было выбрать ту серию, которая подходит. Я уже проговорила, что рекомендую для мастер-класса серию для чувствительной сухой кожи, потому что она действительно подходит всем, даже если перед нами обладательница сухой кожи или, например, возрастной, да, зрелой. Но для продвинутых, для профессионалов я бы все-таки рекомендовала иметь в своем арсенале еще и серию для проблемной кожи и серию антивозрастную. Да? Вот передо мной как раз сейчас стоит, кроме серии оптимальное очищение, да, активный кислород для сухой чувствительной кожи, еще и королевский бархат и код чистоты. Ну, так сказать, на выбор. Нина, как ощущения? Приятно?
Во время мастер-класса обязательно общайтесь с моделью, да, чтобы была обратная связь. А мы сняли молочко водой, и затем мы с помощью тоника убираем остатки очищающего средства, успокаиваем кожу, подготавливаем ее к нанесению крема. Но крем в данном случае, да, сегодня дневной, у нас будет основой для макияжа. Его нужно совсем немного. Так, вы видите, да, что я не растягиваю кожу теми же массажными движениями, снимаю остатки очищающего средства. И кожа в данном случае у вас уже подготовлена к нанесению крема. А для нанесения крема из баночки я рекомендую использовать лопаточку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в крем не попали бактерии, для того, чтобы дольше он сохранялся в своей неизменной формуле. Ну и средство я сейчас покажу. Беру буквально там, с горошин, да, совсем чуть-чуть. Этого достаточно для того, чтобы нанести на все лицо, если оно правильно очищено. Вот в таком состоянии, в котором сейчас, да, лицо очищено и протонизировано, как раз вот сейчас можно тестировать состояние с помощью анализатора кожи или с помощью аппарата тестирования кожи. А крем дневной, да, мы наносим такими легкими похлапывающими движениями. Самое главное, чтобы нашему клиенту, нашей модели было очень приятно. А почему я рекомендую проводить мастер-классы таким образом? Я знаю, что многие проводят его в обучающей форме, ставят перед клиенткой зеркало, рассказывают, что делать, и она делает сама. Все же первый раз я рекомендую доставить клиенту удовольствие. А сделать так, чтобы она поняла, какие должны быть ощущения при нанесении. Кожа не растягивается, да? И крем вбивает резкими движениями. То есть мы не втираем крем, да, чтобы как раз он не скатывался. Очень часто мы слышим какие-то возражения, сомнения на тему того, правильно ли мы подобрали крем, потому что он как раз скатывается, там, слишком толстым слоем лежит и так далее. А мы сейчас подготовили кожу к нанесению уже тонального средства, да, а это является первым шагом. Каким образом тональное средство подбирается? Во-первых, всегда нужно подбирать средства, исходя из естественного цвета кожи. Ни в коем случае не нужно выбирать его уже с нанесенным макияжем. Это во-первых. Во-вторых, лицо и шея должны составлять единое целое, да? Ничего не должно выделяться. Поэтому где-то в районе вот границы между подбородком и шеей мы наносим чуть-чуть средства, чтобы определиться. Я взяла нашу замечательную серию для идеального макияжа. Понятно, что здесь 5 оттенков, все мы их не будем наносить. Нина обладает достаточно светлым оттенком кожи, поэтому мы попробуем. Самый светлый мы не будем брать. Да, мы возьмем слоновую кость и розовый бежевый. Совсем светлым мы оставим. Да, все-таки немножко есть желтый пигмент. Что я делаю? Я наношу буквально немного средства. Вот где-то здесь, вот на границе, чтобы было видно и шею, и само лицо. И сейчас мы по прошествии буквально 1-2 минут мы сделаем вывод, какое тональное средство, какой оттенок нам больше подходит. Почему не сразу? Почему нужно 1-2 минуты? Потому что спустя именно это время тональная основа может либо немножко потемнеть, чаще всего, да, либо подсветлеть. Оттенок розовый беж все-таки немного желтоват, а вот оттенок слоновая кость идеально подходит. На самом деле это очень часто, это очень популярный такой оттенок, который действительно подходит очень много. Тональную основу идеально наносить с
с помощью кисти, либо с помощью спонжа. У меня сегодня фурш, да, но любой инструмент, я проговорю, да, для чего он нужен. Для того, чтобы тональная основа носилась очень тонким слоем, выглядела естественным образом. Во-вторых, для того, чтобы средство расходовалось более экономично. Ну и самое главное, мы действительно можем очень легко растушевать средство, и оно будет выглядеть очень естественно. Вот тональную основу я могу нанести, да, вот таким образом, как я стояла, да, над немножко, да, возвышается моделью. А остальное, все, что мы будем делать, я уже буду непосредственно находясь перед ними, потому что важно видеть лицо, да, помнить о том, что все мы немножечко асимметричные, да, для того, чтобы бровь, да, сделать, например, там одну повыше, чуть пониже и другие вещи. Важно видеть перед собой нашу модель. Видите, да, движение, которым я наношу тональное средство, и когда мы делаем это кистью, будет выглядеть все тоже так же, точно так же они идут в сторону и вверх. Для как раз естественного эффекта, да, нужно совсем немного средства. Мы наносим, обратите внимание, на все лицо и перед нанесением губной помады, в том числе и на область губ. Для того, чтобы и брезка, да, для того, чтобы держалось дольше. Я смотрю, модель уже почти заснула от удовольствия. Ну и перед нанесением также макияжа для глаз, да, мы также немножко прорабатываем веки, буквально чуть-чуть, но только в том случае, если тональная основа не предназначена для жирной комбинированной кожи. Так, мы очень хорошо прорабатываем крылья носа. И также границы волосяным покровом и границы вот как раз подбородком шеи. А это на самом деле самый первый, самый важный, самый длительный по времени этап, но чаще всего от него зависит и все остальное. Для дневного макияжа рекомендуется для использования прозрачная пудра, ну, в данном случае, да, мы возьмем Jordani Gold, которая совершенно не имеет оттенка, и для более естественного эффекта мы используем кисть, да, широкую кисть. Буквально немножко наносим тональную основу, сверху тональную основу пудры, да, затонировать. Дневной макияж не должен слишком перегружать лицо. Значит, только затонировать. И наносим румяна, конечно же. Угу. Розового естественного оттенка Jordani Gold. Сейчас я присяду уже к нему поближе, да, непосредственно перед ним окажусь. Сейчас, секунду. Чуть-чуть я разверну. Села напротив своей модели, да? И для того, чтобы нанести румяна, я прошу немножко улыбнуться. Для как раз естественного дневного макияжа мы наносим такими круговыми движениями румяна. То есть очень-очень легкий румянец. Никакие не прямые движения, да, не угловатые. Это все уже корректирующий макияж. Это все макияж, который, скажем, предназначен для вечернего лета, электрического. И буквально совсем чуть-чуть, да. Чуть-чуть можно так вот голову наклонить. Угу. Ну, то есть видно, да, чуть-чуть румянец появился. Дневной макияж включает, может включать в себя нанесение теней. И это я предлагаю какая-то естественная коричневая гамма. Идеальный вариант
для мастер-классов – это наши палитры. Это наши палитры, которые у нас во многих дебютных компаниях, да, получают подарки наши замечательные мечты, наши спонсоры. И наши палитры нескольких оттенков, например, 100% цвета. Да, вот эта вот коричневая гамма, коричнево-зеленая, она просто идеально подходит для всех. Да, но если зеленый мы не можем абсолютно всем рекомендовать, то как раз коричневую абсолютно легко. Итак, я использую кисть, да, с длинным хвостом. Основной цвет мы возьмем самый светлый, да, он такой кремовый. Движения такие немного круговые. Мы сбиваем тени для того, чтобы они остались на веках до вечера, чтобы макияж не приходилось много раз поправлять. Не растягивая века, очень-очень мягко мы наносим. В данном случае, да, нам не требуется какая-то сильная коррекция. Дневной макияж не предполагает сложных теней. Нам нужно буквально, кроме основного цвета, на подвижном веке и под бровь, чуть-чуть высветить, да, эту область, чтобы сделать глаза все-таки чуть-чуть более рельефными. Да, мы нанесем еще такой матовый коричнево-серый оттенок, буквально для прорисовки. Забыла слово. Для прорисовки тоже, ну, опять же, рельефа, да? То есть никаких сложных стрелок, да, это кладка подвижного века такими движениями из стороны в сторону. Начинаем мы всегда с наружного уголка, идем внутрь и снова обратно. Все границы должны быть растушеваны. Ничего графичного, ничего очень четкого. Дневной макияж предполагает сдержанность и естественность. Видите, я хорошо растушевываю. Ну и естественные оттенки, несомненно. И завершение, да, это может быть подводка, в том числе и с помощью теней. Так, давайте попробуем проработать эту область. В данном случае уже я беру спонж, да, потому что он более твердый. И буквально чуть-чуть вот глаз наверх, буквально чуть прорабатываю вот эту область. Угу. И сверху мы наносим, конечно же, тушь. Наша новинка гипердлина, размер XL в составе с стимулятором роста ресниц. Это шикарная щеточка. Да? Я прорабатываю ресницы, провожу из стороны в сторону. Да? Верхний слой прорисовала. Ага, нижние ресницы. И пока верхний слой немножко подсыхает, а мы на себя в реку. А затем повторяем и наносим второй слой. Особое внимание уделяем ресницам наружного края, для того, чтобы добавить дополнительный объем. И, конечно же, как я уже говорила, в дневном макияже непременно важно уделить внимание бровям. Мы будем использовать корректор формы бровей, да, в составе которого есть два оттенка и фиксирующий гель, ну и очень удобная с скошенным краем кисточка. Форма бровей у меня практически идеальная, да, ничего особо корректировать не нужно, но мы добавили буквально немножко цвета. И немножко более четко прорисуем уголок, да, верхнюю точку. Угу.
Завершающий этап – блеск для губ или губная помада. И мы будем сегодня использовать… Так, что же мы выберем сейчас? Секундочку. Передо мной сейчас находится мобильная студия. Большой выбор. И, кстати, да, я хотела сделать акцент на том, что иногда для мастер-класса лучше иметь не очень много средств, для того, чтобы не было слишком много выбора. А для дневного макияжа подходят пастельные оттенки, естественные, да, и как раз они не привлекают слишком много на себя внимания, и это всегда очень идеальный вариант для дневного макияжа. Я обработала кисточку для губ перед глазами модели. Добавляем цветную или интенсивно-черную тушь, карандаш для губ, карандаш для глаз, да, если не подводка, и губная помада более яркого оттенка. Основной акцент либо на глаза, либо на губы. Ну или такой вариант, да, то есть мы берем, например, более интенсивные оттенки теней, темные, да, какие-то яркие, и непременно делаем акцент либо на глаза, либо на губы. Это и есть отличительная черта вечернего макияжа. На этом слайде вы видите smokey eyes, да, глаза кошачьи, да, дымчатый взгляд. Еще раз проговорю, да, если для дневного макияжа это естественные, да, какие-то оттенки, это средство для подчеркивания естественной красоты, то для вечернего макияжа это, конечно, более интенсивные оттенки. Это, например, что? Да? Это у нас красный, винный, да, фиолетовый и так далее оттенки. Это обилие блеска в том числе. Ну и, конечно же, это более интенсивный макияж глаз. А макияж для жирной и комбинированной кожи, да, в чем отличие, я быстренько проговорю. Это правильная подготовка кожи, это более плотная текстура, база под макияж просто необходима. А тональная основа должна быть легкой и обязательно устойчивой. Ну и, конечно же, лучше это ультрастойкость. Ну и матовые оттенки. Здесь как раз прописаны все средства. Вы потом посмотрите в презентации макияж для жирной кожи, да. Также включает в себя корректоры, которые не только маскируют, но и борются с проблемой воспалений. И есть замечательная у нас палитра корректоров, вы видите на слайде, где вы найдете корректор как для области вокруг глаз, так и для области покраснений и для коррекции определенных там точек, которые нужно просто выровнять. Варианты, да, вы видите, как преображаются девушки, обладательницы жирной кожи, после нанесения макияжа. Ну и, собственно, те средства, которые мы рекомендуем использовать. Макияж для зрелой кожи, да, он включает в себя те же правила, да, те же средства, но есть определенные тонкости. Мы выбираем более легкие текстуры, чтобы не перегрузить кожу. Все линии направляем вверх, потому что уголки губ немножко опускаются, так же, как и наружные уголки глаз. Используем натуральную цветовую гамму, меньше синего, больше теплых оттенков и отсутствие перламутра и темных оттенков, которые также добавляют лишние тени
они нам ни к чему. А обязательно, да, нужно подготавливать кожу, правильное очищение, правильное увлажнение, выравнивание тона, коррекция возрастных изменений, моделирование бровей. И я бы сказала, что в возрастном макияже, в макияже для зрелой кожи, основные акценты – это брови и губы. Это то, что как раз с возрастом очень мало претерпевает изменений, и это то, на что стоит делать акцент. Если вы хотите сделать вашу модель моложе, привлекательней, делайте акцент туда, где все идеально. Да, и как раз брови чаще всего это то, та самая область. Подготовка, да, кожи вы видите, как может выглядеть. Да, то есть это очищающее молочко, это крем, это база под макияж или эликсир омолаживающий, который, я обращаю ваше внимание, в своем составе еще и содержит золотистые частицы. Да, и это также омолаживает визуально кожу. Тон, да, мы берем более, опять же, светлый. Если мы сомневаемся при выборе тональной основы, мы выбираем более светлый. Если мы хотим добиться более омолаживающего эффекта, мы тон возьмем посветлее, но при этом мы добавим как раз на само лицо немножко светоотражающих частиц и обязательно подкорректируем зоны, которые нуждаются. Вот, пожалуйста, моделирование бровей, к чему приводят, да, румяна. Макияж глаз очень естественный, да, губы. Ну, делаем акцент, еще раз проговорю, на губы и на брови. А сейчас я покажу, как превратить дневной макияж в вечерний. Угу. Сейчас, секундочку. Да, мы снова пересядем. Скаживается. Мы уже немножко подготовили прическу, да, на выход. И для того, чтобы подготовиться, да, к мероприятию, мы используем, можно, да, подводку. Я вам расскажу о правилах нанесения подводки. Я взяла в руки фломастер, да, как наносится правильно подводка. Во-первых, мы никогда не растягиваем сильно века, да, мы можем слегка его приподнять пальчиком. Мы ставим точки между ресничками, да, вот такой пунктирчик, максимально приближенно к ресницам. Можно начинать не вести линии от самого прям внутреннего уголка глаза, где-то в середине, да, постепенно уплощая. В этом случае будет более естественный эффект. Ну, сразу, конечно, совсем другой образ, да, такой роковой красотки. А основное правило, да, подводка должна идти строго наверх. Можете сделать чуть-чуть потолще, да, но не слишком, потому что слишком толстая линия подводки выглядит неестественно. Ну и, конечно же, не прибавляет красоты. Здесь я проделываю то же самое, начиная с наружного уголка глаза. Провожу пунктирные линии, затем усиливаю. Я буквально чуть-чуть приподнимаю века, сильно не растягивая. Вы наносите то же самое на свои глаза, немножко больше тренировки. И чуть-чуть я вот доведу все-таки на сильнее. Сейчас я немножко присяду. Чуть-чуть вниз. То есть я сведу эту вот линию на нет. Я так, чтобы все-таки очень естественно начинала с линии подводки. И казалось, что так оно, собственно, и было. Для вечернего макияжа мы берем интенсивный черный цвет туши, либо мы берем цветной оттенок. Например, да, мы можем взять, ну, если это черная, да, это наша тушь 5 в 1, да, более интенсивная. Да, или, например, мы используем ту же тушь, но дополнительные слой. Здесь можно представить, извините немножко, да, что мы днем пришли на работу, да,
вечером мы идем на свидание, да, или на какое-то мероприятие. И нам нужен более интенсивный макияж. Ну и тоже касается у нас макияжа губ. Так, сейчас с помощью карандаша мы нарисуем контур губ. Это естественный оттенок, потому что Нина блондинка, да, мы с помощью как раз блеска для губ добавим тот самый эффект. Сажусь, как и обещала, напротив модели. Вот как раз в вечернем макияже допустима немножечко коррекция формы губ, да, то есть добавление дополнительного объема. Ну и всегда мы тоже смотрим на симметрию, да, бывает такое, что чуть-чуть нужно подкорректировать. Кроме того, что я прорисовала контур губ, я немножко зашприцую по центру, для того, чтобы помада или блеск держались дольше. Закрашиваю. Ну и сверху мы наносим. Так. Мы наносим блеск. Блеск для губ. С помощью кисточки. Начинаем мы с центра и в итоге уводим в сторону. Да, существуют определенные тоже рекомендации, наносим губную помаду, самый центр губ блеск. Это действительно, да, здорово, но это подходит только для фотосессии. Жить с такими губами есть, так часто целоваться очень сложно. Ну и завершающий штрих. Это еще чуть-чуть поярче мы наносим румяна. Ну и можем немножко добавить с помощью румян эффект загара в области этой зоны. Буквально чуть-чуть добавить краску. Я прошу немножко наклониться, чтобы была видна разница. Ну, насколько это возможно. Да? Мы нанесли подводку, мы нанесли блеск для губ. И в данном случае наша дорогая Нина может уже пойти на свидание или на какое-то мероприятие. Я надеюсь, сегодняшнее занятие было полезным. Все, кто плохо слышали, плохо видели, еще просмотрите его в записи. Ну, а я прощаюсь с вами до вторника. Сегодня в течение дня вы получите письмо материалами и записью вчерашнего вебинара, ну а также чуть позже записью сегодняшнего. Также в письме вы увидите все ссылки на те материалы, которые я вам рекомендую для самостоятельного просмотра и изучения. Это работа с нашими инструментами, сайтом, каталогами и правила общения с нашими клиентами. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и успешного обучения самостоятельно на этих выходных. Ну, также замечательного закрытия. Все, что не успели, доделайте. И все, что вы хотите, да, все ваши мечты воплощайте в ближайшее время. До свидания.